Хандаге завершился 6-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills». Дисциплинами были выбраны управление бульдозером и геодезия. В соревнованиях участвовали 8 команд из ведущих техникумов республики. Для выявления лучшего бульдозериста студентам не помешал даже 25-градусный мороз. Первому выпало выступать Вячеславу Чебыкову, студенту Якутского автодорожного техникума. Ему за определенное время нужно продемонстрировать скоростное маневрирование. Вячеслав очень волнуется, ведь он впервые на практике выполняет змейку, а впереди еще 2 этапа – заезд и съезд страла, перемещение горной массы в отвал. На таких полигонах я никогда не поступал. И поэтому впервые вот, было волнительно. Я почувствовал себя как на руднике и так работаю. Тем временем в техникуме жарко. Геодезистам за 2 часа необходимо спроектировать проект вертикальной планировки. Далее провести полевые геодезические и камеральные работы. Ответственность большая, ведь оценивают работу представители крупных предприятий, как Якутскгеология, Якутуголь. Многие ребята видят себя в производстве, планируют в будущем устроиться в горнодобывающие компании. Совет профессионалам, ну, не останавливаться на достигнутом. То есть те навыки, которые они получили вообще во время своей учебы, во время чемпионата, чтобы они продолжали развивать, постоянно развивались в этом направлении. В рамках чемпионата прошли мастер-классы, деловая программа, экскурсии, презентация учебных тренажеров. Гости смогли посетить места проведения чемпионата и изучить интересующие их направления деятельности. Сертификаты всем участникам, в том числе и экспертам. И это только начало. Победителей регионального чемпионата ждут финальные схватки профессионального мастерства. Мария Винокурова, Андрей Сокар, Хандыга.